Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир. Забираем свои награды, ну, понятное дело, да? Что нам выпадает Тимати. Также у нас почти 9500 сюриков, 90 осколков золотых и 75 платиновых. Забираем здесь ежедневные награды и бежим сразу с тобой сюда. О, ребята, на турнирной арене у нас Бибоп разыгрывается в костюме кролика. Если я не ошибаюсь, он мне нужен очень сильно, потому что он у меня слабенький, не прокачанный. Да, да, ребят, смотрите, он у меня имеет всего лишь одну ДНК, и в принципе мы его прокачаем. Есть такая вероятность, что в скором времени на пятую золотую звезду. Поэтому эта неделя добротная, на самом деле. Мне она устраивает. Так, что у нас по испытаниям? Ну, здесь у саги против духа, все понятно. Сцена насилия, ясно, короче. Ну что, забираем с тобой здесь пак бесплатный, да? Смотрим. И ничего нам не выпадает, ну и фиг с ним. Так, задание. Открыть колоду, я это сделал. Пройти серию испытаний. Давай сделаем быстренько с тобой, да? Серию испытаний пробежимся. И сегодня, ребята, мы будем, естественно, пробовать бустовать. Подниматься, как говорится, по рейтингу, да? Занимать хорошие места. И все сопутствующее. Так. Острозуб. Хитер. Хитер, смотри-ка. На, все-таки мы его ушатали. Так, тихо. Роднульки, вы что делаете-то, а? Совсем что ли нюх потеряли, я не понял. Так, сюда. Ну и двигаемся дальше. Тебе не кажется, что слишком как-то громко, нет? Ну, здесь мы сделаем проще. Бросим просто-напросто валуном. И я думаю, что они отдуплятся, но не все. Так. Да какое лечение? Господи, зачем? Вот на эмоциях начинаю спешить. Начинаю спешить. Все, нормуль. Здесь мы, слава богу, справились. Ну что? Теперь мы переходим с тобой на арену, да? А, какая арена? Подожди, нам же нужно сделать ежедневки. Так, здесь выполнили, забираем с тобой награды и смотрим. Так, нам сразиться нужно в 5, потом еще в 3 и в 10 боях. Ищем, как обычно, на сплинтера. Так, сплинтер, нам нужно еще найти 3 кошки. Так, 2 остаются. Одна. Последняя кошка. Сейчас мы ее попробуем вытащить. Вот она. Окей. Дальше нам нужно с тобой найти 10 джойстиков. Вот здесь, наверное, будет шансов побольше найти, да? Так, один нашли. Второй. Третий. Так, 3 пока. 4. Ну давай 5, найдем и хорош. Геймпад, а джойстик нам не упадает, да? Все, нашли. Так, хорош, завязываем с этим делом, потому что у нас уже перебор, как говорится, идет. Поднять уровень персонажа. Сколько у нас, кстати, с тобой мутагена? Мало. Ну что, переходим к основной нашей части, да? Это арена, ребята, арена. И попробуем сейчас с тобой бустануть. Так, давай-ка найдем какого-нибудь хорошего противничка. 11-12 мне, наверное, не дадут, да? Хорошо, давай возьмем 11-11. Ну, вот этого, да, например, Максимка. Максимка, у него 15-18 уровень, я смотрю, противников. Соответственно, мы с тобой берем наши 30 и 31 уровни. Так, что у него? Бибопчик есть, что у меня есть, да? Только мой будет чуть-чуть посильнее. Посерьезнее. Так, валим Рокстеди. Сделаем с тобой массовую атаку Донателло ролевым. Опа, и постепенно урон повесился. Леонардо от него и погиб. Так, ну что, бойцы мои разминаются. Все идет как полагается. И мы с тобой передвигаемся дальше. Надеюсь, сегодня до лиги сёгунов одна звезда хотя бы мы. Какие сёгуны? Ну, вообще-то сёгуны, да, ребят. Скорее всего, до сёгунов мы дойдем. Потому что, ну, до мастера вряд ли доберемся, хотя кто его знает, да? Если вот
Вот, орлан. Берем орлана с тобой. Гордая птица. Так, раз, два, три. У него там какой? 21 уровень максимальный. У нас с тобой 35. Ну что же, давай-ка начнем. Заклевывает, заклевывает. Так. Шикарно. Минус Бибоп. И остается тут Ванюша. Ванюша, как всегда, за пулеметку берется. Но это его не спасает. Зато спасает прекрасно моих бойцов. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И смотрим, куда мы приземлимся. А приземляемся мы... Да, воин 3 звезды, а позиция 98-я. А почему? Почему 98-я только лишь? Так, дайте мне, пожалуйста, 12... Не хотят, да? О, вот-вот было, ребята. Блин, все-таки 12-13 можно получить. Давай-ка паролем маленечко. Есть контакт. Это Сашка. Спасибо тебе большое, Санек. Удружил. Так, я смотрю, у него майки. Рафаэль, Рокстеди плюс Хан. И все это 24 уровень имеют. Это серьезные противники. Тем более мы знаем Хана, да, с его инициативой. Сейчас посмотрим, кстати. Будет ли он первым ходить или как? Нет, ходит он не первым. Давай-ка попробуем ушатать, отлично. Так, теперь колонку. Отлично, ребята, валим Рокстеди. Так, Рафаэль, наверное, хиляться будет, скорее всего, сейчас, да? Мне вообще-то кажется, что он будет хил врубать, ну, естественно. Ну, это все фигня, на самом деле, потому что мы его сейчас ушатаем. Давай. На-на. Эх, Кейси, Кейси. Я думал, что он сразу бомбанет и, как говорится, вырубит его. Но нет, пришлось после него еще и подчищать. Так, ну и что у нас получается? Элиточка. 89-я позиция. Ну, неплохо, я тебе скажу. Элита, так, 12-13. Отдадите мне 12... Вот. Но ведь было же, все время я спешу. Сейчас такого шанса, наверное, уже и не будет. Да? 12-14 есть. И это у нас Рагнар. Также есть Марк. Ну, поехали. Почему бы и нет? Так, 29-й максимальный уровень здесь. А у нас, как ты видишь, 40-е. То есть нашим противникам просто не поздоровится сейчас. Но за счет того, что мы с тобой быстро набираем темп, нас скоро противник просто догонит. Вот и все. Что я тебе могу сказать? Так, влупляем. Так, замечательно. Они. Наверное, на Хана отправим. Ну-ка. Да ладно, серьезно, что ли? Не... Так, а он промахнулся. Так, тихо. Буянят они мне. Давай, массовый. Это не массовый был. Ну-ка, Мондагека. Что такое-то, а? Что за дела, ребят? Мы... Не можем разобраться, прикинь, с этими олухами. Эй! Давай еще сфейлимся, а? В конце концов, блин. Что за дела, я не понял. Какое лечение, господи, да что ты делаешь? Так, ладно, предположим. Блин, я боюсь за шинигами почему-то. Ну-ка, так если влупим. Так, а муха себе повесила, смотри-ка, уклонение. Ну-ка, если мы так сделаем. Угу, попали. Трындец, нифига себе, ребята. Они 29 уровня, я с ними тут сейчас телепунькался, как будто на равных. Даже не смог ничего им сделать. Урон минимальный. Прикинь. Так, а в элиту 2 звезды мы не перешли с тобой, да? То есть задержка получается. Хорошо, Михаил. Вызываю тебя на бой. У него уже 30 уровень здесь, я смотрю. Угу. А у нас с тобой 40-е. Я думаю, справимся. А прикинь, нет. Вот это я буду локти кусать. Ха. Да нет, должны справиться. Ну-ка, начнем с массовых атак. Угу. Дальше бросим гранату. Дальше бросим вот эту плюшку. И, в принципе, им крышка. Вот я заметил, что именно вот эта вот плюшка, которую он бросает, именно пиццелицей, она наносит довольно неплохой урон.
То есть есть смысл прокачать ее, да? Так, и мы с тобой переходим в элиту. Две звезды, 43-я позиция. Угу. Так, ну что, уже пошли 13-15, это круто. И уровень у врагов тоже пошел крутой, уже 32-й и 33-й. Раз, два, три, четыре, пять. Я надеюсь на то, что мы все-таки здесь справимся. Я на это надеюсь. Команда здесь серьезная. Так, бросим бомбочку сначала. Ага. Так, тихо. Бросаем теперь флакончик. Крис Брэдфорд упал. Давай кофемашину зарядим. Я думаю, им крышка всем, да? Изи. Идеальная победа, ну еще бы. Хотя я немножко стал переживать было, но все-таки думал, что мы справимся. Так, ребята, элита 3 звезды, то есть мы уже с тобой, ну, практически в самураях. Практически. Ох ты, 13-16. Мне даже не надо ролить, мне сами подкидывают вот таких вот хороших бойцов, ребят. 45-й уровень. Ну, давай я возьму здесь Крэнга еще к себе в придачу. Я думаю, это будет вообще топово. Ну что, приступим. Начнем, естественно, опять же, с массовых атак. Угу. Теперь вызываем балбисов. Крис Брэдфорд только и падает, я смотрю. Так, давай-ка теперь ракеты. Изи. Мне нравится, как мы идем. Ну что, друзья мои, продвигаемся дальше. Пока все отлично, никто у нас не упал. Идет отличная битва. Так, и мы с тобой уже в самураях. 90-я позиция, да? Так, 13-16. Возьмем Итало. Раз, два, три, четыре. И тут надо взять, наверное, подстраховку. Хотя не обязательно, но я все-таки возьму, ребят. Пускай это будет у нас Шархан 70-го уровня. Так, смотрим. Обсмотрели, теперь бомбим. Массовая атака от Шархана. Ух. По-моему, крышкаем всем, да? Да, очень быстрые победы, и мне нравится. Мы так быстрее с тобой продвигаемся, и мало на это тратим времени, и это круто. Так, ну-ка. Какое мы с тобой займем сейчас место? 31-е. Окей. Серега здесь, да, у нас? Ну, давай Серегу возьмем. А тут 41 уровень уже, прикинь. Уже 41 идет против нас. 41. Мы, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Возьмем нейтрализатора. Ну, почему его взял, во-первых? Потому что у него массовая атака есть. Во-вторых, он уровень, в принципе, имеет неплохой. По сравнению с противником. Ого. Начинается тут у них разборки. Зачем мне провокация? Какого фига ты взял Лео? Ну, ё-моё. Опа, опа, хиляет. Поехали. Вот об этом я тебе и говорил. Круто он, конечно, тут мочканул. Естественно, он хочет отыграться, но у него ничего не получается. Раскромсали. Да, нейтрализатор, конечно, тут своей базукой устроил им переполох, да? Ладно, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Мы с тобой занимаем самурай 2 звезды. И выбираем здесь Гианга какого-то, да, получается. Уровень здесь уже 45-й. То есть у нас разрыв, скажем, разом все меньше, меньше и меньше. А здесь я, наверное, возьму все-таки Джастина. Слушай, подожди, Джастина я возьму. У Джастина, насколько я помню, инициатива очень фиговая. Поэтому лучше мы возьмем Супер Шреддера. Ну что, влупляем? Поехали. Изи. Просто раскромсали их и все. Кто-то писал в комментариях прокачать Супер Шреддера до 100 уровня. Ребят, ну, я знаю, что вам многим, наверное, Ванька не устраивает, но если мы уж взялись, как говорится, его прокачивать, то давайте доведем дело до конца. Так, подожди, 14-18 давайте мне, а не 14-17. Че вы? Вот, кстати, было здесь. Вот, Николай.
А Николай, Николай, Николаич. Так, возьмем с тобой, наверное, сюда Зека. Именно Зека, потому что, ну, он, в принципе, бомбанет своей бомбочкой, отнимет достаточное количество урона, а нам с тобой придется просто их потом допинать. Вот, видишь, что я тебе говорил. Поехали. Минус. Минус. Так. Ну, а что ты хотел от морозильной кошки? И давай вот так вот. Тюм, все. Превосходно, просто замечательно. Двигаемся с тобой далее. Так, мы сейчас в самураях с тобой, да, до сих пор? В самураях. Так, три звезды. То есть сёгуны уже где-то рядышком. Но все равно как-то медленно. О, 15-19, Филипп. Раз, два, три, четыре. Здесь я возьму с ними вместе. Усаги я возьму. Теперь придется, ребята, либо Усаги, либо Леонардо брать. Да-да. Ну что, поехали. Тут, естественно, сейчас Усаги всех уложит с полтычка. Надеюсь. Да. Просто такой раскромсан сделал. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И, в принципе, будем уже... Нет, еще не будем. А вот после этого боя обязательно перейдем. Так, ищем противничка. Мне дадут что-нибудь посерьезнее там. Вот, 15-19 было. Берем с тобой Алишера. Берем Армагона. Тихо, уйди ты отсюда. Раз, два, три, четыре. Все, погнали. Ну, понятное дело, сейчас Армагон сделает один удар и все. Этого будет достаточно. Поехали. Пумс. Замечательно. Так, ну что же, едем дальше. Едем, бежим. И, кстати, мы перейдем с тобой сейчас уже в сёгуны. 69-е место на сёгунах. Так, выбираем 15-20. Опять же, Гьянг у нас здесь. И я заберу Армагона. Слушай, подожди, а почему у нас так мало уже этих бойцов-то осталось? Мы так быстро с тобой пролетели. И лишь только до сёгуна одной звезды добрались. Нет, что-то здесь не то, ребят. Мы с тобой бустовали очень много. И почему-то мы так медленно с тобой, ну, возвышались. Хм. Непонятно. Так, ладно, посмотрим, мы перейдем с тобой сейчас дальше или нет. Сёгуны все-таки одна звезда пока, да? Но у нас еще один бой впереди. 15-20. Раз, два, три, четыре. И возьмем с тобой, наверное, Армагошу. Да, вот так вот. Не знаю, ребят, наверное, сегодня мы или будем проходить, или не будем. Я даже не знаю, как испытание. Наверное, не будем пока, да? Потому что много еще дел надо успеть сегодня сделать. Завтра уже пойдем начинать проходить испыталки. Сегодня пока чисто аренка у нас будет. Как бы не будем с тобой перебивать, портить. Плюс еще у нас сегодня, наверное, будут всадники дракона Олуха, да? Так, сёгун две звезды. На втором канале сегодня выходит у нас Мальчик-монстр и Проклятое королевство, очередная серия. Так что заходите, смотрите. Так, что нам тут сделать? Сегодня, ребята, я очень расстроился, что запорол серию. У меня, понимаешь, микрофон, на котором есть кнопка выключения звука, записи. Я что-то делал, короче, забыл ее отжать и снял двухчасовую серию по игре Dead Age второй части. А когда начал рендерить, думаю, а что-то звука-то нету. Смотрю на микрофон, а у меня горит мюте, то есть тишина. Думаю, зашибись. Так что придется переснимать серию, но, естественно, того уже не вернешь, что у нас было. Там очень у меня сейчас сложный выбор. Потому что фракция американцев, да, армия США, и армия независимых, точнее, контрабандистов,
борется за одного врача. И у меня выбор: либо отнести врача одной фракции, либо второй. Фернандо попросил хорошенько подумать о своих дальнейших последствиях. И вот я сижу, не знаю, если я, ребята, не отведу врача контрабандистам, мы с ними потеряем доверие. А мне нужно 60%, чтобы выполнить квест. Но в подсказках писали так: ребята, все квесты вам не пройти на первом прохождении. То есть надо делать несколько заходок. Только тогда, типа, ты, ну, сможешь все пройти. Так что я, наверное, склоняюсь все-таки к армии США. Мы с тобой поведем врача. Там у них все-таки репутация будет повыше. Ну и не хотелось бы с ними просто ссориться. В общем, все увидите в серии, которая, наверное, сегодня выйдет. Может быть, даже вечерком, скорее всего. Так что, как говорится, милости просим. Так, что у нас тут? Оу-оу-оу. Хорош. Погнали. Так, у меня есть? Вот, дождался, наконец-то. Бумс. Да. А ребята-то уже не шпана какая-то там, да? Ты заметил? Уже стоят, держат удар. На тебе. Ну что, я так понимаю, у нас сейчас будет с тобой последний бой, скорее всего. Наверное, я так понимаю, да? Ну, в Лигу Сёгунов 3 звезды я в любом случае попаду, что бы мне это ни стоило. Дайте мне только... Вот, 16-21 было. Хотя вот здесь тоже есть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, в принципе, почему мы этой командой с тобой не сможем разрулить? Тут топ. Тут никто и ничего нам не сделает с тобой вообще. Так, ярость Рафа врубаем. Понеслась душа в рай. На! Просто двоих унесло. И добиваем. Слушай, вот такой вот у нас хороший быстрый буст на сегодня прошел. Не знаю, сегодня, наверное, еще поиграем немножечко растения против зомби-герои. Ну, а я обещал пройти до 3 звезд, ребята. И я выполнил это обещание, ребят. Так, теперь нам нужно что? Поднять уровень персонажа. Смотрим, сколько у нас мутагена. Мало. Мало. Нам не хватит с тобой, да? Хотя, почему не хватит? Но Ванька-то нам хватит. Вот так вот. 73 уровень у нас получает Ваня. Мы с тобой забираем здесь награды. Я, наверное, за кадром сейчас набью вот эти вот осколки. Так, а сцена насилия. О, друзья мои, сразу вам скажу, сцены насилия я проходить не буду. Нет смысла. Это еще можно, да. Городская война, тени на солнце можно, потому что здесь шинигами есть и кунаичи. А сцену насилия вообще, ребята, проходить не стоит, потому что все черепашки, которые есть в этой игре, у меня прокачаны. Ну, кроме там некоторых. Леонардо ролевого, там еще остальных. Так что, если мы будем начинать с собой испытания, то только лишь городская война тени на солнце. Так что запомни это. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!